Количество российских телеканалов, которые можно смотреть бесплатно, увеличится. Сейчас для всех регионов России доступны 10 каналов в цифровом качестве. Среди них Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, Общественное телевидение России, ТВ-центр. К концу года жители Мурманской области получат возможность также принимать в цифре телеканалы СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ». Для того, чтобы смотреть бесплатный цифровой эфир, достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона. А вот если вы обладатель телевизора старого образца, придется потратиться и на специальную цифровую приставку. Я новости смотрю и спорт. Первый, «Пятница», ТНТ. Я смотрю фильмы. Прихожу после работы, мне интересно посмотреть фильмы хорошие. Поэтому ТВ-1000, Иллюзион ТВ. Для меня канал популярный Discovery, еще раз говорю. Научно-познавательский. Наши новости меня не интересуют. То, что мне надо, я читаю в интернете.